добро пожаловать в ад. Скоро на последней передаче. Благая весть, ребята. Я наконец-то доехал до поселка Сокол. Все никак ноги не доходили. И что сказать, ну не очень я впечатлен. Все пестро, дорого-богато, заборы трехметровые. Такое ощущение, что в Подмосковье приехал. А в Курьяново мне понравилось намного больше, например. Вот. Ну что мне здесь понравилось больше всего? Так это вот эта миленькая пробочка. Это у нас улица Алабяна, и насколько я понимаю, это выблев Алабяно-Балтийского тоннеля, самой бессмысленной постройки современности. Вот, которую копали-копали, 10 лет копали. Там, блин, люди буквально погибали. Вот. Ебали хер знает сколько миллиардов. И в итоге все, как поехало. Ну, как поехало, вы сами видите. Причем сейчас не пиковый час вообще. Это где-то часов 11:30, наверное. Блядь, как же вы плотно стоите, ребята. Ну, что ж такое? Я не знаю, что тут по светофорам и можно ли здесь безопасно вкручивать слева. Судя по тому, что все едут равномерно и потихоньку, таких светофоров здесь нет. Так, будет очень смешно, если вы после вот этого вот препятствия все-таки поедут. Да, все поехали. Да ничего страшного, я тоже поеду. Блять, что у меня так мало передатчик-то? Вон слева пробка интересная. А там дорожных работ вроде нет. Это надо ехать куда-то вперед, как раз развернусь. И заодно покажу Алабяно-Балтийский тоннель. Вот. Так, ну вот мы и дома. Кажется, я еду по свежайшему асфальту. По крайней мере, может, он не очень свежий, но раз плавился, будь здоров. Езда по свежему асфальту – это очень полезно. Покрышки покрываются специальным слоем для лучшего сцепления. Битумным таким. Вот. Правда, если ты фиксер, у тебя проблемы на фоне этого начинаются, потому что не можешь скидить. У тебя заднее колесо начинает прилипать. Так, что с тобой, чувак? А, ты в телефон тупишь. Камазик. Давай я тебя обгоню.
Ага, здесь такая же картина. Пешеходы перебегают 6 полос. А, это эти строители как раз. Что-то там закапывают. Вон мост. Можно мне право, пожалуйста, да? Ну что, съездим в тоннель. Опять передачки кончились. Похоже, после модификации в моей планетарке у нее стало меньше передатчик. Все время кончаются. Ой, блядь, тут тоже дорожная работа. Ну, окей. Добро пожаловать в ад. Сука, ноги сгорели. Блять, ну чуть-чуть осталось. Все, не ману. Нема, блядь. Ой, пиздец. Отличное место для того, чтобы заниматься спортом. Блять. Рекомендую всем. Все, ноги нахер заклинило. Сворачиваем на велодорожку.